Итак, всем привет! Как вы сами видите, у нас все меньше и меньше снега. У нас начинается паводок как на улицах города, так и на Кировском руднике, где я раньше работал. Ну, это по словам пацанов, которых я встречаю. Вам, кстати, отдельный привет. У нас гаражи на окраине, и реально я боюсь, что их снесет. То есть, кто помнит, да, прошлой серии с Infinity, то у нас гараж практически здесь тоже рядом находился, и там просто-напросто было после паводка полдороги снесено. То есть, это реально был факт, я показывал. Ну, ладно, суть не в этом. Суть в том, что у нас хорошие новости. Мы поехали кататься. И прикол в том, что я хочу сейчас показать вам несколько отрезков, которые происходили до этого. То есть та неделя ремонта, сборки и так далее, я сейчас просто продемонстрирую в некоторых кадрах. А так, вот, стоит красавица. Ну что, погнали? Доброе утро всем, пацаны. Притащил сюда грушу для того, чтобы, ну, так сказать, разминаться по утрам. Но я хочу сейчас показать не грушу, а вот эту вот ситуацию. Я сразу говорю, что вроде бы ничего страшного не случилось. Итак, это ремень ГРМ. Его оборвало. То есть я сейчас снял шкив. Соответственно, вот такой кусочек мы наблюдаем. Как так получилось? В итоге ковырялись и нечаянно, представляете, так бывает, машину просто-напросто завели. Но имеется в виду, просто прокрутили стартер. Причем ремня как такового здесь не было. Он просто висел здесь снизу. То есть мы еще его не оставили. То есть метки мы ничего не делали. И прикол в том, что я когда бошки ставил, клапана были вроде бы подняты все вверх, и поэтому, возможно, ничего страшного не произошло. То есть вот, как получается, сама личинка, она отдельно у нас, и запросто можно перепутать и включить стартер вместо просто обычного зажигания. Ну вот так получилось, ничего с этим не поделать. Я сегодня пришел с утра, снял шкив, покрутил уже его, поставил по меткам, и просто снял, открутил, чтобы, ну, вот эту штуку вытащить, то есть ее просто размолотило. Так бывает, оказывается, офигеть, а? Можно, представляете, из-за такой вот неосторожности просто лишиться двигателя, полностью причем. Просто лишиться. Если загнет клапана, восстановление не имеет смысла. То есть тут 5 клапанов на цилиндр, и это нереальные деньги, просто нереальные. Загиб клапанов на этих двигателях – это смерть мотору сразу же. Всем привет! Вы в курсе, что викинги серьезно обновились, получив новых шаманов и сотни королевств? Теперь самое время залипнуть, если ты еще не там. Что я могу порекомендовать в викингах? Это по-настоящему легендарные битвы с более миллионом участников. Это по-настоящему масштабно. Русскоязычных, кстати, в игре больше кого-либо. А вместе придумывать стратегии по уничтожению иноземцев действительно весело. И я даже не говорю про крутую 3D-графику и ежедневные эвенты. Почувствуй снова тот восторг от лучших RPG и стратегий из 90-х и из 2000-х. По которым мы все так сильно скучаем. Ты точно должен попробовать викингов, скачай игру по моим линкам в описании под видео и получи 200 золота и щит бесплатно. Хорошего дня! Спасибо, парни, что не оставляете, так сказать, нас в беде. Сыр плавленый, стерилизованный и галеты армейские. То есть это, помните, тот самый сухпай, который прислали нам парень, так сказать, в помощь по сборке автомобиля. То есть на самом деле это реально завтрак, потому что дома все спят и просто-напросто даже утром не покушать дома. BFM 4.2, Audi A8, Long, двигатель 90% готовности. Это у нас планка, дал ее Серега для того, чтобы нормально выставить именно фазы ГРМ. Да, уже все, ремень новый стоит. То есть порванный ремень валяется сзади. Это новенький, все, шкив прикрутили. Вот в данном этапе, данный этап, все готово. То есть получается, мы уже сейчас прокрутили два оборота, сделали и, соответственно, поставили планку обратно. Просто хочу рассказать вкратце, как это делается. Ну, допустим, да, для тех парней, которые в будущем, может быть, собираются также сделать, даже если есть мануал, но все равно мы вот несколько раз его перечитывали для того, чтобы сделать именно правильно, потому что иногда, ну, не состыковочка. Итак, имеем вот такой прибор, так называемый пин. Это вещь самодельная, хотя есть, как бы, да, вот именно заводские такие же вещи. То есть просто откручивается пробка с правой стороны, всовывается. В коленвале самом есть отверстие, то есть он засовывает именно вот этой пимпочкой и его фиксируют. Мы это делаем для того, чтобы поймать верхнюю мертвую точку на пятом цилиндре, то есть с правой стороны по ходу, вот как я сижу. То есть здесь засовываем шпур такой, и получается, что у нас мы видим именно верхнее положение этого пятого цилиндра. Фиксируем коленвал. Далее натягиваем первый натяжитель, вставляем туда шестигранник 5 мм. Далее мы начинаем затягивать здесь 6 ньютон-метров и затягиваем гайку на 45 ньютон-метров.
затягиваем здесь 55, затягиваем здесь 55, потом вытаскиваем шестигранник на 5 мм, натяжитель получается в свободном положении, отгибаем его опять назад, вытаскиваем штифт, который он крепил, и, соответственно, далее еще 5 кг натяжитель сверху. То есть я вкратце так рассказал, если так же будет делать, вы реально поймете. Почему именно 2 оборота? Потому что... Объясни, что вот как бы... А, да, есть отверстия, именно большие, должны быть вовнутрь глядеть, то есть это обязательное условие. То есть не перепутать ни в коем случае. Ну, и делаем 2 оборота. Почему 2? Потому что если шкив у нас делает 360 градусов, эти делают у нас из-за того, что это крутящий момент, передаточные числа, эти делают на 180 градусов. Поэтому для того, чтобы все совпало по меткам заново, нужно именно шкив прокрутить 2 раза. Шкив прокручивается 2 оборота, эти вещи прокручиваются 1 оборот. Ладно. Ну что, давай сейчас попьем чая, и я предлагаю собирать морду и заводить. Так, парни, смотрите. Да ладно, я понял. Ча, парни, смотрите. Читая комментарии, парни написали некоторые, говорят, что говорит, вас, говорит, старший по этому гаражному кооперативу, говорит, просто дурит из-за того, что есть не убрано, деньги с вас просто так шибают. Парни, я реально был в Москве, я также там жил энное время, и там как таковых гаражей нет, там только гаражный кооператив, где сидит сторож, где охранная зона, где он сам все это дело убирает, какие-то собирает деньги и так далее. Вот это, да, вот такие гаражи, вот двухэтажные, где по аренде, допустим, 2 разных человека. То есть это нижний владелец, там верхний владелец, и аренда делится на 2. То есть это реальный факт. Один, получается, кроет крышу, да, а у второго подвала нет. Ну, есть свои нюансы. И суть такая, что вот такие гаражи, ну, наверное, 90% во всех городах нашей России необъятные. То есть, по сути, просто-напросто на произвол судьбы, так сказать, реально, их никто не охраняет, эти гаражи, каждый сам за себя, по большому счету, соседи ругаются, снег там, кто-то не оплатил за свет, начинается качели со старшим по гаражам, это чисто тоже добровольная такая вещь, кто-то снег не хочет оплачивать, кто-то там за отопление не оплатил, вот эти раньше гаражи, они реально были отапливаемые. Они реально были отапливаемые гаражи, и, соответственно, кто-то один, второй, третий не стал в гараж ходить, и просто-напросто отопление всем отключили, потому что один человек за всех платить не будет. Вот такие дела. Просто это не кооператив, пацаны. Это гаражи, где люди сами их строили в свое время. Кто-то в аренде, у кого-то в собственности земля и так далее. А что, как финик ездит? Да, локер вчера оторвал. Локер вчера оторвал, говорит, вообще беда, говорит, печаль, беда, локер оторвал. О, у тебя этот, Боско, колеса отъявил? Боско, это этот. Фирма, которая спортивную одежду в Сочи шила на Олимпиаде. Что, серьезно, что ли? Представляешь? А АТ это что значит? Кто? Боско. Боско АТ, да. Ну, это автоматическая трансмиссия, значит. Зарядили аккумулятор полностью. Пришли. Пробуем, давай. Попробуй, показуй. А, с другой стороны. Не, не пошло, понял. Давай, поехали. Давай. Ну вот было, да, что-то? Бля, давай, 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 она пытается. Ну. Итак, попытка номер какая? Какая 2-20, наверное, уже точно. Давай, крутим. Я на Фоксе еще. Свечи прокалили, все в идеале. Ошибок никаких нет. 2 баллончика быстро от старта уже извели. Все шланги померили, посмотрели, вроде все на своих местах. Уже свечи прокалили, уже быстро старт в цилиндры уже закачали. Ноль эмоций вообще. То есть, если бы там были какие-то неправильные датчики подсоединены, они хотя бы вылезли в ошибках, правильно? Да. У нас вроде как все хорошо. И тут перепутать по минимуму просто нереально. То есть, я когда подсоединял, там дроссель, там датчик холла, здесь датчик холла. Вот 2 датчика этих детонов. Все отлично, дроссель. Да, ну, вот он как-то пытался что-то схватить, но... Один раз. Ништяк, да? Угу. Сидишь такой, да? Ну да, поиграть. Давление в выпускном коллекторе. Сидишь такой, номер шасси, да, винт. В выпускном? Ну-ка, регулировка сидит. 965. А там он просто, что включали, это, ну, запоминает. О, смотри, машинка сейчас будет. Машинка? Давай. О, ничего себе, датчики у нас не работают, да? Ох, и может и нет, я даже не смотрел. Угу.
О, запаска сделала, даже слышно. Это, ну, включи обратно. Запаска тоже показывает, сколько там бар. Да, ты что? Да. Видишь? А у нас запаски нет. На запаске нет, а она на машине есть. Представляешь? Да, говорю, классная машина. Для 2004 года это вообще просто. Дымогенератор? Кстати, она себя, в себя вдуй. У нас сработает. Тоже, видишь, пропускает. Да, и здесь тоже, она, видишь, пропускает. Ты что, там не видно? Она не должна ничего пропускать. Ну-ка, дай-ка я сюда дуну. Сигарет? Да, давай. Здесь кнопка, нет? Если вот здесь дунуть, тут такая же хуйня будет, нет? Ну, давай. Нет? Ну, давай. А ты в клапан, да, дуешь, сейчас дуешь? А если вот сюда дунуть? Вот в беленькую дуй, пожалуйста, она сюда идет. О, и с ним. Подожди-ка. Ну-ка еще раз все. А, ну вот, подожди, вот он клапан. А, вот он. Вот. Это вот двигатель. А сейчас? А что, сейчас туда уйдет, все, коллектор. Подожди. Наверное, клапан стоит. Ну, а минус от двигателя трагивает, все еще скрыть. Не забывай, тут разность потенциалов, там один аккумулятор здесь. Ну это понятно, но один хуй, блядь, сейчас двигатель. Побуждающие токи не забывай. Подожди, у тебя, ты хочешь сказать, не связан с двигателем с кузовом, блядь? Связан. Ну. Значит, хуево связано. Ну, потому что да, получается, сюда на кузов ты хуяришь, нихуя не так. Ну что, крути! Так пшикнуть, давай, да. Серега. Не надо, это пас. Нормально. Она просто не дальше не крутит. О, а теперь они сказали, смотри, как сказали впервые. Сейчас прогрею часики, ты посмотри. Ёбаный рот. И дыма нету вообще, смотри. Слушай, а вот там есть цель, сюда монетку кладут. Да. Да, короче, в итоге оказалось, что масса плохая двигателя. То есть свеча есть, а масса плохая, и свеча слабая. Накручиваем, но она получается там не воспоминалась. Фу, воняет. Фу, медицина. Надо выходить. Когда тебя свечало реально, это вообще вонючий чуть-чуть. Ничего. Она прогреется, у меня нету у нее подрыва ожидаемого. А, 380. Может, ты это слабо называешь? Боишься? Да, давай. Ладно. Давай гурт зальем. Да. Просто Джеки Чан. Все горит, просто все. Аэрбэк, парбэк, брейк. Все горит, просто все. Так, тут спинка ломающаяся, насколько я знаю. Сейчас получше сяду. Поудобнее. О! По ММАИ, по навигации. А что-то все перестало работать. Так, ладно, давай сначала так. Блять, это невозможно. Давай откусим просто этот вообще сигнал на будущем, надеюсь. Ну, просто... Найди его, откуси. В приборке он? Простой. Ну, можешь... Сними приборку. Пол машины разобрать надо. Да, это не телевизор тебе. Слушай, ну, получается, это полноценный первый выезд, полноценный. Так, у нас температура. Фуил. Печечку. Так, спидометр, тахометр, все работает. Тормоза работают. Тормоза прям бы, ты видел там такие. Так, надо за температуркой будет следить. Больная тема у нас. Ну что, газпол? Газпол. Сигнал не проверили. Какой? Ну,
работает вообще, нет? Какой этот? Его там нету, какой сигнал-то? А, у нас здесь нет. Так, ну чё? Поехали на заправку, чё? Бля, чё, поручных ключей их нету, да? Так, на самом деле машину бросает из стороны в сторону, это первый, то есть, да, то есть что-то с подвесочкой все равно. Но выхлоп реально крутой. Тормоза есть, коробка работает. Ну, слушай, для 300 лошадей, я тебе скажу, слабовато, или ты кикдаун? Это кикдаун, реально. Был кикдаун? Да. Для 300, да. Но это отталкивается от того самого Infiniti можно. Слушай, у нас машина со стороны выглядит реально убого. Давай по чесноку. Да. То есть у нее нет крыльев, нет бампера. Мне кажется, что вот если бы вот тот бампер поставить, который, ну, реально вот этот, с этой губой огромной, это реально крутая машина. Да. А не, смотри, она... люди смотрят. Где кто? Просто идут, смотрят. Так, у нас сразу тонировочка. Да. То есть любые госавтоинспекторы, встречающие на дороге, нас тормозят. Права я забыл, кстати, в своей машине, если что, я не взял с собой. Что-то стучит, видишь, там в подъездке? Или где это стучит? Это... Вот. А бак с какой стороны? Смотри. Ну, я предлагаю сразу глушить, потому что... Там сейчас может быть подтеки, может быть, что-то там течет снизу, может там... Да все что угодно может быть. Масло сразу, антифриз. Как вообще ставится или снимается вверх? Ну, турбо нажимается, и это... Ой, блядь, это... Вот это вверх, она же загорится полностью, по идее. Че-че? Ёб твою мать. Ёб твою мать. Горим, что ли? Блядь, пошли. Это вентилятор, ёб ты. Походу. Коротыш? Я не знаю. Чувствую гору. Давай дернем капот. Подожди, блядь. Откуда? Да нет, вроде не вентилятор. А, это коллектора опять начинает у вас. Может, там что-то соприкасается с коллекторами? У нас там до этого, вчера такая же ситуация была. Ладно, я в любом случае пошел заправлять. И... Да? Да. Так где с чем не соединили-то? Ну, забыли. Охереть. А что у нас капот не держит ни хера? Ну, ветер, пожалуйста. Давай, подержи его, засоедини. Блядь, у нас запах непонятно чего, блядь, если честно. Я тебе говорю, когда вот так вот... Какой-то парафина запах, да? Ну, блядь, не пластмасса же это, но ну, вроде не пластик. Ладно, давай заправлю сейчас. Фу, блядь. Здравствуйте, можно на 1000 первая колонка? Ну, по карте. Слушай, со стороны это сыка нас улица клёво, просто... Да нет, не спереди снимай, сзади вот, посмотри. Ой, капай, капай. Чё? Да это вода. Откуда это? Можешь. Сейчас отъедем, посмотрим. Давай, что там сзади-то вообще? А, по тормозам давай. Так. Да не. Нормально. Ну, наверное, вот здесь. Угу. Горячий? Ну, это не раскаленные. А спереди что? Ё-моё! Что? Чё она, на чё она? А как ты? Клею, что ли, была? Ё-моё! Так вы что, про... Поехали обратно. Ну что, искать? Да уже хрен ты найдешь. Она, кстати, у нас била, битая была. Да, она изолента там была примотана. Ё-моё, что, все на 1000, что ли? Бензин, смотри, 44,80 у нас стоит. Покажи. 44,80 бензин. 95-й. Ладно. Да, дороговато. Слушай, ты помнишь, сколько приключений? Чисто просто выехал, метр проехал. Да. А? Ну, давай еще залети вперед, проедь, посмотрим, что там капает. Вроде не капало. Ну вперед просто проедь. Или назад. Ну что, это масло? Да. Масло. Ну да. Что? Ну все, да. Я предлагаю ехать на оливковое там движение. Давай, поехали. Ну что, эта дорога та, где мы постоянно ездили на Мерседесах, на Финиках, это чисто, это получается дорога, просто я сейчас скажу, что чисто пробная, да, такая, то есть да. Здесь можно обгонять, получается, здесь можно пересекать линию, как бы, и это чисто близко, самая ближайшая дорога к гаражу, то есть ехать буквально 3 минуты, даже если без масла поедешь, доедешь, давай, да. Со стороны просто, ой, дымится все. Что ты делаешь?
вообще четко. Так дождитесь, его слышно. Короче, парни, смотрите, какая ситуация. Ну, если честно, в гараже уже достаточно надоело сидеть. То есть сейчас пока солнце, открыли все двери, сейчас машина просохнет. То есть, как вы сами видели, там до этого была везде влага, то есть сырость и так далее. Тем более, что у нас, ну, иногда подтекает крыша. Реально некогда заниматься, и ну, в будущем немножко будет посолнечнее, да, без дождей. Мы, конечно же, крышей тоже займемся, мы ее загудроним. А так, по сути, ну, потери какие? Масло на минимум, я только что посмотрел. Оторвалась крышка, обратно ехали этой же дорогой. Не нашли ее, как это вообще получилось, непонятно. Бардак здесь, бардак в салоне. Но, тем не менее, машина ездит. То есть, это, естественно, конечно же, хороший результат. То есть, прокатились, хотя бы уже понимаем, что автомобиль из себя представляет. Даже, не знаю, из-за выхлопа, из-за того, что пол морды разобрано, да, люди обращают внимание. То есть, достаточно интересный экземпляр. Но, помимо того, что люди, да, как бы обращают внимание, я как бы сам тоже смотрю, что действительно машина, она хороша. В плане дизайна, в плане вот именно размерности и так далее. То есть, кто помнит, да, мы сначала смотрели 220-й кузов Мерседеса. Но если сравнивать его с этим кузовом, да, то есть там разница была в 3 года. Там как бы немножко Мерседес устарел. Тем более, что там был не самый подходящий двигатель. Здесь полный привод, 4.2, V8. Черный кузов, то есть именно то, что нужно. И тем более, что он современный. Я знаю, как в больших городах, да, возможно, он просто даже смотреться не будет, этот кузов. У нас город, я не говорю, что мы прям живем где-то там непонятно где, но тем не менее, как бы здесь нормальные люди, адекватные, да, но не привыкшие, как бы, все равно к таким автомобилям. Я ни разу не обращал внимания на Mercedes 40-й, то есть я никогда не обращал внимания на этот кузов, допустим, в серии Long, только лишь потому, что мы эти машины просто не видели, особенно когда были молодые, но нет, таких машин не было у нас. То есть легендарность, там, помните, там бандиты ездили, у нас никто на них не ездил, у нас не было вообще 140-х Mercedes как таковых. Вот такие дела, пацаны. То есть если бы у соседа стояла такая машина, я бы реально, ну, так уходил бы, ну, крутая. А так мы ее не видели и только сейчас понимаем, что этот кузов реально крутой. Но в серии Long. То есть мне это прям душу греет, что это Long, понимаете. Со стороны машина кажется реально большой. Парни сюда приезжают, приходят, говорит, Мишаня, реально, говорит, машина большая. Кажется, что на картинке, на видео совсем не так. Я серьезно говорю, тут колеса как от Торега стоят. То есть они реально большие. Короче, смотрите, вот мы реально, когда выезжаем в какой-то город, мы всегда одеваем чистую одежду. То есть мы выезжаем, ну, как-никак, все-таки мы люди нормальные. И прикол в том, что мы всегда начинаем пачкаться. Вы вспомните, каждый раз выезд, и после того, как какой-то разбор двигателя был, какие-то ремонтные работы были проведены, все равно кто-то там в перчатках дверь открывал, кто-то в перчатках руль крутил. То есть, и всегда получается, что мы вылезаем в солидоле с этого автомобиля. То есть, по-любому, потом делать нужно будет химчистку. А так все равно хорошее настроение, греемся на солнышке. Но работа все равно очень... Греемся на солнышке, но тем не менее работы все равно много. Быстрее, блядь, пишет, я замерз. Пишет? Нахуй. Да. Итак, парни, я, конечно, понимаю, что на самом деле выглядит достаточно все колхозненько, да, то есть не совсем все это прибрано, вся машина в пыли, в каких-то лишних запчастях, но тем не менее хочу попросить вас сделать максимальный репост. Скиньте ссылку там, я знаю, какого-то своему соседу, которого вы не любите. Скиньте ссылку бабушке, пускай она даже не будет эту серию смотреть, но тем не менее она перемотает и все равно за просмотр посчитается. Я реально хочу, чтобы я был в топе, понимаете? То есть мы, ну, я себя как со стороны, но мы реально стараемся. То есть я как бы думаю, что все-таки это делать достаточно проблематично, если делаете в таких условиях именно сами. То есть, а мы все это делаем сами. Конечно, спасибо нам, спасибо Сереге, который, да, пришел, подсказал, что вот нужно там массу кинуть дополнительно на двигатель. Но все равно, как бы, работа, конечно, дофига еще. Так что, парни, не скупитесь на лайки и сделайте репост. Да? И всем пока. Не скупитесь? Да, да. Че, на туре, что ли? Да. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Скажи, зачем еще чего-то ждешь? Не стану о тебе и отдать своих слез. Сердце твоем была не я, сердце твоем была она. Но ты об этом промолчал, со мной любовь сыграл. Сердце твоем была не я.